Have you ever been disrespected? Forced to follow orders? Would you rather defy your masters and live by the creed of pirates? Are you ready to fight for the freedom to act as you wish? Calling all men of fortune, willing to pledge allegiance to no one. Calling all who are ready to defy. Assassin's Creed 4, Black Flag. Ненавижу ночной караул. Уже третий раз за неделю выпадает. Надеюсь, мне повезет. Таким манером ты не поделишься. Я думал, в особняке губернатора хоть будет интересно. Но ничего хорошего не слышу. Excellente distraction. Вижу ночной караул. Уже третий раз за неделю выпадает. Надеюсь, мне повезет. Таким манером ты здесь поселишься. Я думал, в особняке губернатора хоть будет интересно. Но ничего хорошего не слышно.
дороже, чем мы с вами рассчитывали. Вы подарили одной девице бриллиант ценой полфлота. Не туда ли ушли? On te salit les verres pour moi. Le voilà. Испанского корабля, может, тогда французский? Вы с ума сошли? Наши страны и так на грани войны. Нельзя позволить, чтобы нас заработали. Ваши имена войдут в историю, если вы найдете средства и корабль. Благодарю, но мне нужно содержать дорогую колонию. Вы столько рабов привозите, я думал, что у вас есть деньги. Даже дармовой труд не дается даром. Рабы стоят дорого, а мрут, увы, быстрее, чем размножаются. Улучшение навигации пойдет на пользу и вашим невольничьим судам. А это уже интересно. Итак, что вы узнали? Губернатор самоуверен. Даже при страже я мог бы убить его голыми руками. Он заслужил. Зачем он вам нужен? Держи друзей близко, а врагов ближе. С кем вы сейчас? Расскажите, что узнали. Чем он занят? Некий ученый, Гаден, вытягивает из него деньги. Какая-то экспедиция, секреты навигации. Почему мне о нем не сказали? Неужели меня все предали? Зачем я подсылала капитану порта лучших девочек? Мне разузнать больше. Меня, как моряка, интересует наука о навигации. Нет. Да. Не знаю. Как хотите, оставьте меня в покое.
когда-нибудь этот склад? Бастиена, я думал, вы сгинули в пучине отчаяния. Ни за что. Этим негодяям не отнять у меня мое дело. Цена для рабов слишком высока. А для вас? Какая разница, если в итоге я могу дать им свободу? Как бы то ни было, я рад услышать силу в вашем голосе. Чем помочь? Ученый Гаден. Что ему тут нужно? Можете выяснить? Что бы он ни скрывал, я узнаю. Сходите к капитану Порта. Он видит все, что делается в гавани. Он должен был сказать мне... Губернатор Дефайе приказал снабдить геодезическую экспедицию мсье Гадена всем, что тот потребует. Первый запрос весьма необычен. Мсье Гаден требует для ведения записей... трех грамотных рабов. Кто их станет учить? Черный кодекс запрещает. Может, найдется кто-то среди рабов в вашем доме? Сообщите мне неофициально. Награда велика. Но... зачем они? Делать записи, думаю. А что, сами эти ученые не могут? С измерительными инструментами в руках вряд ли.
Там явно что-то ценное. Испанцы продолжают настаивать, чтобы экспедиция ждала их корабль. Но мы же союзники. Они что, не могут пропустить даже один французский корабль во имя науки? Мы же, в конце концов, взяли на борт их соглядатаев. Подпись Луи Гадена. Он не сознает риск путешествия. Из корабля призрака. Хочешь работенку? Ты тут вроде разнюхиваешь, а? У меня есть что рассказать. Но ты наверняка что-нибудь попросишь. Да. Соседу рыбу ловят рабы, так улов втрое больше. Если их освободить, рабов, то бишь. Я буду рад. За них, конечно. Ясно. Считай, сделано. Attends là. Arrête. Arrête pas tout de suite. Salut, Gila. Vraiment, attends. Un honnête, on va me faire vivre sa famille. On va tout faire avant la fin de la semaine. Venez en profiter. Ne me laissez pas. Расчет диаметра земного шара обеспечит высокую точность навигации и вычисления вражеских позиций. Понадобится меньше флот, ибо потери станут меньше. Пушки будут бить точнее. Ну и торговые пути, сами понимаете, пираты, рабы. Мы покончим с этой заразой, поддержав экспедицию. Подпись ДФЕ. Да, ставки велики. C'était quoi?
будет отправлен патруль. Молитесь за них. Arrête-toi. On va enfin pouvoir s'amuser. Ramenez ces mecs là. Vous êtes une geste prêt. Plus vite! Il s'enfuit! Спасибо, тут маловато. Выкладывай сведения, живо! А, да. Капитан Порта запасает слишком много для простой экспедиции. Много груза, мало пушек для защиты. Сразу ясно. Контрабанда. Спасибо. J'ai hâte de parler. Une belle journée, ça. Ne laissez pas s'enfuir. Approchez-vous de lui. Нужно. Странное время для доставки писем. Не связано ли оно с экспедицией, что скоро уходит? А тебе что за дело? Скажи, что знаешь, или я выпытаю силой. Нет! Хорошо. Губернатор велел передать капитану Порта, чтобы тот пропустил французский корабль вместо испанского. Если кое-какие товары возьмут на борт. Экспедиция еще и везет контрабанду. Ну, это сильно сказано, но... Спасибо. Прощай. На территории Кито ландшафт весьма способствует нашей задаче.
Наше измерение позволит узнать истинную форму Земли. Яйцо, овал или шар? Вот в чем вопрос. Это знание поможет Франции и Испании в точной навигации. А не жаль давать испанцам такое преимущество? В Киты можно было пробраться только так. Они всегда на шаг впереди. Теперь мы союзники. Может, зашагаем вместе? Я удивлен, что вашу экспедицию разрешили. Они не боятся контрабанды? Возможно. Но хотя их военная мощь велика, в науке мы все же сильнее. Пожелаем удачи нашим солдатам! Вы знакомы с Антонио де Уке? Говорят, он... Пока нет, но это было бы замечательно. Увеличение своей плантации. Недалеко от берегов Сан-Доминго были замечены пираты. Итак, что вы узнали? У нас есть невероятная возможность. Цель экспедиции — сделать навигацию точнее, чтобы усилить военную мощь. Захватим их данные, братство получит преимущество, и Мароны тоже. Надо лишь внедрить к ним грамотных рекрутов, и все устроится само. Это все? А с губернатором что? Это все? Именно что все! Скольких можно освободить, имея эти знания? Во всем и всегда нужна мера, Адывали. В борьбе за независимость Маронам нужны поддержка, анонимность и информация. В этом была моя роль. А теперь... Вот именно. Шторм принес вас. Потом буря ваших невероятных возможностей унесет прочь. А я останусь делать то же, что и раньше. Но одна. Нет, Мароны вот-вот начнут бунт. Только тогда я уйду, я решил. Вы заносчивы, как французы. Чужаки. Все вы. Все на один лад. Бастена. Нет, уходите. Адывали, ваши планы меня смущают, но я обещала помочь Агюстену. Что это? Судовой манифест, как я поняла, подделанный вашими людьми.
Жоаким Франсуа. Анри Маршан. Фортюне Жан. Хорошо. Вы поможете экспедиции. Луи Гаден встретится с капитаном Порта, обсудить оставшиеся моменты экспедиции. Это удачная возможность подменить манифесты. Дайте знак, и мы поднимемся на борт. Спасибо. И вам тоже, Бастиена. Не за что. Все ради свободы Маронов. Кто-нибудь! Стой! На помощь! Ваши данные просто поразительны. Это вам спасибо. А теперь мне пора на встречу с капитаном Порта. Все ради науки, конечно. Конечно. Ты ва? И вам тоже. Надеюсь, все идет согласно нашим планам. Тут явно царит оживление. Да, сударь. Как видите, мои люди неустанно трудятся, чтобы все подготовить. У вас будет отличный корабль, подготовленный для любых нужд науки и иных занятий. Каких таких занятий? Не беспокойтесь об этом, мой друг. Мы все устроим. Остался только вопрос к вам. У вас есть имена для манифеста? Да. Вот вы. Идемте. Вы ведь жаждете все осмотреть. Да, конечно. Следует отнестись серьезно. Торговцам и путешественникам рекомендуется оставаться на постоялом дворе, пока не исчезнет угроза. Будем же гостеприимны. Конечно, нет. Прошу.
случае, месье Годен, не хочу утомлять вас дальше. Кто сможет сообщить что-либо об их местонахождении? Думаю, вам будет очень удобно. Да, верно. Весьма верно. Demi-tour. Губернатор Дефайе нанял группу надежных людей, чтобы устранить угрозу, исходящую от беглых рабов. Пожелаем удачи нашим солдатам и да вернется к нам мир. Черный флаг. Их же растерзают. Стопы, каждый! Французов. Эти ученые обязательно должны добраться до цели. Тогда мы получим их тайны. Эти знания важнее любого груза. Да, капитан. Это стоит битвы. Все люки! Повезет с ветром. Управимся быстро. Хороший залп, и конец. Плотни водички. Только скажите, капитан. Блин! По нашей дистанции! Блин! Да! Держись! Держитесь! Убрать бомбранцы или масли! Паруса отда... Приказаний! Отдать гроты к ветру! Зал! Блин! Блин!
Капитан! Вот куда надо дать! Шторм, спасти дьявола! Представьте, Агюстен, когда вы выучитесь и наши рекруты вернутся с новыми знаниями, вы сможете исследовать любые земли. Звучит заманчиво. Но моя битва. Аде, Агюстен узнал о новом невольничьем судне. Прошу вас, одумайтесь. Особый приказ вашего друга-губернатора? Нет, все так, как я боялась. Вы освободили многих рабов, и теперь французы в панике. И пускай, они заслужили. Не все так просто. Повсюду патрули. Наказывают теперь суровее и чаще. Одних вы спасли. Но что с теми, кто еще в плену? Увы, без жертв не обойтись. Чем скорее свершится мятеж Агюстена, тем скорее рабы обретут свободу и заживут в мире. Губернатор де Фае грозит отомстить. Так это его суда. Нет, Адевали... Не желаю слушать. Замолчите. Пиратам вы грабили невольничьи суда? Да, и не раз. Но тогда с Кенуэем целью была лишь добыча. Добыча или сведения о том, где она. И не было желания вмешаться? Умный квартирмейстер должен молчать о своих желаниях, если хочет остаться квартирмейстером. Но да, порой случалось. Но ассасины предложили мне более серьезные цели. И я бросил гоняться за судами. Даже невольничьими? Нет, я по-прежнему ассасин и знаю свой долг. Но я ни на что не променял бы годы пиратства. Вы наслаждались свободой? Они закалили меня для нынешних дел. И потом, вы тоже поблагодарите пирата за учебу. Да, капитан. Скажите, капитан! Блин! Накидывай! Блин! Готов к бою, капитан! Вот и слабое место! Роты к ветру! Пойдем к нам!
капитан! Поднять паруса! Ловим ветер! Чтоб убавить паруса! От бури! Невольничье судно! Аккуратно, это наши братья! К бою готовы! Готовы! Убрать паруса! Туда, капитан! Блин! Хороший залп, наконец! Жду приказаний! Они потопятся! Залп! Нормально! Обдать скорости! Лизель, отдать! Вперед! Верхние водички! Этот отсек взрыв! Под ветер! Огонь! Капитан! Жаль, куда им туда! Огонь! Вот их слабое место! Туда! Они всех потопят. Надо действовать! Все люки! Готовы к бою, капитан! Резить все марсели! Подходящая дистанция! Я боюсь, если промешкаем, будет слишком поздно. Я вниз. Потушите пожар, а потом готовьте корабль принять. Сюда!
губернатор де Файе. Я думала, он просто равнодушен. Я не сознавала всей глубины его бессердечия. Вы предупреждали. Виновны все. Но де Файе заплатит жизнью. Того требует мое кредо. Слишком мало и слишком поздно. Вместе нет утешения. Уйдет де Файе, появится другой тиран. Его смерть даст надежду нынешним воинам. Они не должны оставить борьбу за свободу. А смерть этих людей? Многие едва начали жить. Мы будем скорбеть вечно. Думаю, пора. Губернатор успокоился. Охрана спит. Они уже забыли вызванный ими кошмар. Я им напомню. Когда вы убьете де Файе, вам будет грозить опасность. И Мароном, если я останусь. Жаль расставаться с вами. Мы встретимся. Отпраздновать свободу Маронов. Вы знаете особняк губернатора. Не торопитесь и не попадайтесь. Прячете корабль-призрак. Братья не пережили пути сюда. Я лично найду и убью всех вас до единого, но я получу ответ. Где убежище Маронов? Не помню. Их вожа! Хватайте! Не пускайте меня к губернатору! Я не сипу хвалю.
дело собрано. Empêchez-le de partir. Merde, pas de chance, mon gars. Bel effort. На помощь! На помощь! Кто тебе поможет? Рабы? Твои псы-надсмотрщики? Ты жалок! Мужчина должен драться за себя сам! Ты... Мне многих пришлось убить! Но никого я не желал заставить страдать, так как тебя. Научить, каково это? Молить о пощаде, как те, кого ты утопил! Это все из-за них, тех рабов. Но они даже не люди. Если их не наставлять, не наказывать, они восстают, убивают, как ты... Если бы это было так. Готово. Он долго страдал, я постарался. Вы пришли попрощаться? Да. А еще отдать вам это. О. Вы потеряли интерес? Я опоздал? Не боитесь, что оно попадет к тамплиерам? Есть вещи страшнее. Тамплиеры не сравнятся с вашим гневом. Вы шутите, надо же. В такую минуту? Лишь чтобы скрасить горечь разлуки. Вы вернетесь к братству ассасинов и делам, которые вам поручат. Да, вернусь. Но я больше не буду прежним. Я уже не молод. Я отдам свои навыки тем, кто борется за свободу. Вера в кредо поможет мне защищать их. И тех, кто пойдет со мной. Это больше некому продать. Сохраню на память.